находиться здесь. Спасибо Коле, его команде, за то, что создал здесь трюм такого супер хорошего, который привет в Охотском море на Тихом океане. Вообще хорошо, что продолжаются все эти действия музыкальные. Было такое затишье, все были как будто в подполье, а сейчас потихонечку начинают выползать. Да не, вот так потихонечку. Сейчас наладим гитару, да, и сделаем все. Звук, в общем, хороший, да, такой. Хорошо идет. Взрослеешь, друг у Микадо, но не умнеешь, да и не надо. В далеком детстве тебя носило и до сих пор не отпустило. Только то, что ты хочешь услышать. Ты знаешь даже то, что ты толком не знаешь. И видишь только то, что ты именно видишь. Да ты все понимаешь. Спасибо!
птицы побросали гнезда насиженные. Загрузили. Давай сейчас блюз сыграем, короче, ну давай. Смотрю в твои глаза.
пьяная весна и счастье без ограничений и волны ласковых течений любви, любви. Летает птица, медведю сон в берлоге снится. Вот волк гоняется за зайцем, и мухи закружились в танце, и каждый хочет быть счастливым, и каждый хочет быть красивым. Что может лучше теплого сердца и теплой руки? Мы идем с тобой, мы идем с тобой в своей любви. Такая песенка про любовь. Тамару. Вообще, с Новым годом всех. Всего самого лучшего. Желание сбывалось, чтобы было побольше таких людей, сумасшедших, одухотворенных, как Коля Труш и его компания. Потому что он, в общем-то, мог бы просто колотить и мебель делать, а он делает вот для людей праздник. Николай и компания. С Новым годом. Давай.
веди вперед свой парк. Просыпаюсь, никуда не собираюсь, я уволен с работы. Я конкретный бездельник, для меня что понедельник, что среда, что суббота. Я учился на тройке, рабочий был на стройке, ругался с прорабом. У меня есть гитара, джинсы и ботинок пара и подружка Тамара. Счастливы вместе и поем на кухне песни под харонку гитару. У меня есть подруга, мы не можем друг без друга, как тата и татара. Наши песни о Боге, о пути и о дороге, и о том, что мы любим. Это светлое время, когда море по колено, ни за что не забудем. Просыпаюсь, никуда не собираюсь, я уволен с работы. Я конкретный бездельник, для меня что понедельник, что среда, что суббота. Я учился на тройке, рабочим был на стройке, ругался с прорабом. У меня есть гитара, джинсы, ботинок пара и подружка Тамара. Еще одна песня. Ничего, не грузовой, нормальная обстановка. Хорошо, нормально. Все упирается в деньги, даже любовь, которая надолго, даже воздух, которого много. Такое создается впечатление. Люди могут ошибаться, но не может ошибаться природа.
деньги делают погоду. Стоит ли в этом сомневаться? А тот, кто думает иначе, он либо аскет, либо мертвый, или конкретно упертый, не забирающий сдачу. Такой мексиканец ты, мачо. Можно купить что угодно, даже Эйфелеву башню или космический корабль, чтобы потом улететь на нем в космос. Можно купить даже мысли, главное было бы желание. Тот, кто это понимает, думает, что независим. Так будем немного попроще, хватит брызгать слюнями, ведь все, что останется с нами, это то, что мы сделали в прошлом, но не сберегли в настоящем. Упирается в деньги. Нет, не все. Вот такая атмосфера, она в них не убирается. Спасибо, друзья, большое. С Новым годом! Счастья, любви всем! Огромный привет вам от города Невельска! Всем спасибо!